Конечно, изменять жизнь можно достаточно круто. Правда состоит в том, что отсутствие любопытства является препятствием тому, чтобы мы ощутили новое дыхание и начали новую жизнь. Со своей стороны я могу точно сказать, что до тех пор, пока как-то я не нащупаю что-то любопытное, я новый период своей жизни найти не могу. Поэтому я это знаю и настойчиво ищу. И поэтому я сам прожил несколько жизней. Я могу сам про себя рассказывать как про организатора здравоохранения, как про военного, как про популяризатора психотерапии, как про телевизионного ведущего, как про человека, который занимается методологией мышления, как про человека, который занимается научными исследованиями. Это разные жизни. И в каждой из них единственной путеводной звездой является любопытство. Любопытство, оно подстегивает амбицию, потому что любопытство — это как бы то незнание, которое вы хотите сделать своим знанием, то неумение, которое вы хотите сделать своим умением. И это невероятно развивающие штуки. Где-то надо начать пробовать. Сначала, может быть, будет дискомфортно, но вы ищете не комфорт, потому что все, когда вы новое начинаете, оно достаточно быстро становится дискомфортным, потому что нужно что-то изучать, осваивать там, и так далее. Ищите любопытство собственное в чем-то новом, и жизнь будет меняться.